Всем привет, с вами Сфрог, вы на канале G-Game. Я играю в Valiant Hearts The Great War. Я уже потерялся какой-то выпуск по счету. Ой, ну я знаю точно, последний уровень второй главы, может быть пол игры я сейчас пройду. Играю за Эмиля. Так что такие дела. Фредди я уже играл в предыдущем выпуске, сейчас просто Эмиль добегает, можно сказать, как-то так. Так, не то нажимал. Ничего. Так, здесь мы прокопать что-то. Я даже выбегаем по прямой. Погнали. Отлично. Ничего себе. Опа. Сделал какой-то план. Чего так сигнализация? Что случилось? Ого. Нужно действовать в темпе. Ага. Мы уже здесь. На предыдущем выпуске я видели, что... Понял. Теперь я понял. Отлично. Подъезжай. Ага, нифига. Нифига же. Ух, ё. Да, ну. Так, первая подсказка. А, понятно. Да, что-то совсем ничего мне не ясно. Теперь выпаливаем картинку, ребятки. Да, что-то... Ни хрена, у меня отлично. Рвусь. О, блин. Что ж все про... Сука. Как-то так. Я это сделал, говорим, пока будет. Вот. Вот я прошел вторую главу. Маковые поля. Есть
Ну да, прям с лагеря нужно бежать, вот это серьезно. Мясо, будьте мясо будет. Короче, ты сильно далеко я забрел. Очень далеко я забрел. Все, вот конец. Так, что за дневник? Жизнь в лагерях для военнопленных. Так, сосиски туда, типа кухня. Значит, здесь можно пить, что надо. Ёпта. Ну это хер тебе надо. Так. Опа. Понятно. Здесь ничего путевого не будет. Да, игрушка мне очень нравится. Что у нас здесь? Сейчас сказаем, да? Письмецо. Ага, я понял, там бандана была красная, нужно ее одеть, чтобы пройти туда. Все. Немножко я надуплял и сопли, меня замучили болезнью. Эти мне это. Кажется, кто-то делится. Так, здесь я не был. Нет воды, да? Извиняюсь, выкажу. Медальон какой-то. Так. Так. Так.
Так. Ну, ребята, я понял, почему не идет вода. Смотрим, вот. Вот почему не идет вода. Ага. Вообще нужно идти в самое начало. Я запиздовал хер знает куда уже. Потихоньку. Так, тебе нужно мясо, да? Понял. Нужно мясо. Так, тут я уже был. Идем дальше. Так, что здесь? Ага, ему аптечка нужна. Пойдем сюда. Ну это душ. Ага. Что-то здесь не ясно. В казарме что-то нечисто. В те времена люди еще на стене даже спали. Да, отсюда нужна красная ванна. Так, смотрим, я выровнял трубу. Неужели? Свершилось. Теперь. Так. Это херня. Так. Так.
Так, вроде вода, да, вода пошла. Пошла вода горячая, товарищи. Слава Ягерам. Чудо совершилось. Новичок помоет штрих спину свою. А вот подтяжечки. Отлично. Так, вспоминаем. Подтяжки нужны нам. Нет, мне здесь тоже конец. Здесь? Нет, не здесь. Вроде в этом, в глупого. Да, вот здесь. Заходим. Отдаем. Так, ну мы поняли, что ты молодец. Давай назад. Так, а это печка нужна здесь. Да, именно сюда. Нет, нет, нет. Ты что пишешь? Так. И давай, давай. Отлично. Отлично вообще. Супер. Все отлично. Собираем банданы. И все. Так, ну я забрал в мешочки. Идем, мы уже, почти вывели казармы, чтобы отнести повару какую-то херь. Что ли, трубан, короче. Точно знаю, что нужно сюда. Вот сюда. Залазим. Берем вот эту штуку, судя по всему, трубка для курения. И идем к повару. Так. Половить сразу здесь. Да, так. Держим. Это херня. Так. Не то. А тут не пройти. Но я вдуплял как нужно. Не прошло и минуты, вот нужно бить. О, вот этой херни. Так, смотрим. Так. Поворачиваемся. И сюда. Так. Немножко. Отлично. Ой, хоп. Хоп. Хоп, она. Отлично. Вообще отлично. Так.
Повар покурит. Так, теперь собаки жратву. Кушай. Вообще отлично. Просто прекрасно. Берем щипцы, опана. Что это? А. Время показывает, что время деньги. Жмочь. Быстро мы режем, режем. Ну, отлично. Все. Опачки. Засекли нас, конечно, засекли. Ух, ёла. Так. Да, скоро пройдем. Чё теперь-то? Ага. Нет электричества, да? Сейчас все будет, профессор, сейчас. Так, собачка. Отлично. Электричество, да? Это тоже не катит. О, как-то так. Так, у нас новые факты. Бронетехника. Самая первая еще нейтральная зона. Так, здесь открылся проходец. Ха-ха-ха. Что здесь? Так, там уже немцы бежат. Опа-на, клинок. Так, передвинули. Ага. Ну, а я не вышел туда. Так. Опа-на. Отлично. Два. Что тут? А, динамитка.
Значит, мне нужно третье. Так, спускаемся вниз. А, мы, судя по всему, еще на танке пойдем. Вообще чудесно. Ну, а залазить надо, ну, хера себе. Поехали. А собака не залазит в танк, да? Прикольно, прикольно. Вот это да. Это ж не... Так, что у нас здесь-то? Вылазим. Так, я там кое-что забыл. Так, это крыса или что? Ладно, не важно. Ага. А здесь нужно копать, там я без сил. Так, что здесь? Ух, ёп. Профессора нету какой-то штуки, ага. Ему нужно. Ага, чтобы сделать так. 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 Что на выдворили? Не катит, да? Что за херня выходит? Не катит. Отлично, я сделал все-таки эту херню. Теперь нам нужен просто квадрат. Так. Так. Киллером. Ух, ёпт. Вот, есть. Не туда, не сюда, не сюда.
Отлично. Так. Идем сюда. Ага. Так. Нет. Сюда. Понятно, дальше сюда. Как-то так. Все, назад в танк. Поехали. Отлично, вот эта игрушка, прикольненько. Нифига себе. Даже можно управлять. Идем дальше. Давай их еще выше. Отлично. Просто чудесно. Давай, что ли? Еба. Едем дальше. Мины, тихо. Отлично, еще. Вообще чудесно, прекрасно. Тут он есть вообще. Фух, сразу строго что-то прохожу, что-то. Затупил я. Да. Прямо в склад. Чувствую, сейчас мы взорвемся. Прямо вниз упадем. Ну да, я же сказал. Назад нужно. Да, бля. Отлично. Поехали. Так, что это у нас? Сразу где?
Нафиг нам такое не нужно. Опа-на. Здесь уже водится. Берем. Ага. Так. Так, ну мы уже у своих лагерь, взяли танк. Отлично. 14 мая 1916 года Фредди отправили на Сум. А полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни. Деревня называлась Вакуа. Здесь боевые действия ушли под землю. Надежно засев в траншеях, противники начали рыть туннели. Началась подземная война. Привет всем, с вами Ice Frog. 1916 года. Фредди отправили на Сум, а полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни. Деревня называлась Вакуа. Здесь боевые действия ушли под землю. Надежно засев в траншеях, противники начали рыть туннели. Началась подземная война. Так, ну продолжаем. Туннель Вакуа. Но мы уже не в туннелях. Так, вниз. Вот это на Левакуа. Туда нельзя. Как бы уже в туннелях, да, получается? Факты интересные. Вакуа и подземно-минная война. О, как. Так, вниз. Ну, кто-то тут есть. Спасаем. Вот это отлично. Ко мне. Отлично. Дальше. Копаем в эту сторону. Ух, ё, всё, пиздец. Было кинуть банку, я не додумался, ладно. Так, кидаем баночку. Спускаемся вниз. Да, вот тут. Мы все ниже и ниже под землю.
Раскапывал. Что делать? Динамит. Ага. Что-то здесь не ладно. Так, нет, 2-2-2-2. Ага, что же делать? Да, что-то здесь не ладно. А динамит. Смотрим. Я собаку куда-то нажал на специала. Так. Ух, ёпта. Что делать-то? Копать нереально. Ко мне. Так, нужно взять динамит. Так. Теперь. Так. А. Так. Вот. Заметочку. Опять я закинул, смотрим. Так. Так, ну, пока закрываю. Можно выйти сюда. Сюда. Так. Единичка. И что теперь? Текс. Попросил динамиточку. Покинь вариант. Сюда. Сюда. Вот. Так. Что-то я вообще нормально. Ну вот, мы продолжаем дальше идти. Так, сюда заходим. Вот. Что у нас тут? Это. А нам нужна динамитка, да? Да. Покопил за мной. Так, идем. Отлично. Ага, что-то я не знаю.
лет мне вот это. И у нее такие находы. Вот. Как-то так. О. Именно так нужно было сделать. Так, сюда. Все, подрываем. Настал этот час. Ага. Нет. Просто был. Тот ручник, теперь идем назад. Ну вот, ставим. И взрываем. Есть. Отлично. Да, немцы травят газами. Ну, раскапывать. О, отлично. Так. Банка сконсервана. Птичка, а вот он. Вот он. Ковчег. Че, умер? Воу-воу, братишки, нужно. Немца помешал. Так, ладно, опустим его. Так, теперь заберет, отлично. Ага, да, мы с немцами теперь типа заодно. Что-то какой-то трешняк. Простые, ребята, простые. Так, какое? Так, переправлять с немец. Отлично, а теперь нужно переправить его, да? Только что собака сидит одного, не помню. Так, отлично. Братский хлопок по плечу. Двигаем камень. Брат, брат. Все, вот. Спасают. Отлично. Вот мы прибыли назад. Еще одну цель. What the fuck? Ну пошли.
Заходим в этот туннель, только уже сюда. Не так отвечаю. Так. Что нам нужно? Идем сюда, пиздака. Ага, ключ у немца. Вот это да. Вот это дела. У вас ты где? Все короче ясно. О, погнали дальше копать. Давай, через пару метров вверх уже немец. Я в шоке. Это дела, товарищ. Так, сюда. Собачка, ты где? Да. Весь свет простыл. След точнее. Так, ключ. И ко мне. Молодец. Отлично. Положим я позже. Так. Поднимаем эту канитель. Че здесь-то? Стой. А можно прийти и забрать кое-что. Отлично. Дальше-то с ним делать. Мы будем ходить по рельсам дальше, что же делать? Если мы докатим до конца, что у нас здесь? А может этому типу надо прикатить? Сейчас решим. Да, вот я прикатил им. И что он тут здесь? Ага, динамит. Или детонатор. Динамит, да. Фух.
Сейчас, походу, будет бан. Вот это да. Французские офицеры гордились большими вражескими потерями. Но взбешенный Эмиль отказался от наград. Произошедшее он считал актом трусости. И все же Эмиль с Фредди были рады. Они спасли отца Анны, вырвав его из лап барона. Его научный дар больше не использовался во вред людям. Хороших новостей было мало. О них хотелось думать подольше. Но от Анны пришла страшная весть. Карл был убит при попытке побега из лагеря военнопленных. Карл убит. Узнав о его смерти, Эмиль впал в отчаяние. Лахаем. Так. На. До свидания. Тихо. Сюда. А, и тут у нас бандаж. Судя по всему. А нет. Нам повезло. Давай, иди. Клэш заедает у меня. Пожалуйста. Так, карта. Так, есть он быстро оперативно. Быстро. Бежим. Заново. Ага, ну вот, да, солдат.
пробегает. Мы все видим выше на дерево. Ничего себе. Ну, вы, может, вы уйдете или что? Да. Да, такой минус будет цеть очень долго. Может побить. О, я вас типа, да? Так, солдаты у нас уже здесь. Так, открываем. Так. В сейфе. Секретная записка. Так, тут у нас чуть-чуть перекусить. Проволоку, короче, судя по всему. А вот это у нас. Ух, нифига себе тут системы. Все специально для побега. Да, они уже спетляли. Есть. Ну все, это должна быть уже финишная прямая. Вроде идет сохранение, да, мост. Тихо. Чуть не запалился я. Ай-яй-яй-яй, я бутылку не взял, чтобы сбить фонарь. Идем за бутылкой. Ну вот, я взял бутылочку. Разбиваем фонарик. И бежим дальше. Какая-то у нас чучело. Вон она как. Дальше идем. Эм. Еще одна записка. Половину я уже нашел. Встаем. Дальше. Тихо. Так, чучело мне уже больше не пригодится. Так, о, барашки, интересно. Я так не встанет, типа. Не тупи, Карл. Яичко. Ой-ой, яичко. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Сдрал он там стоит. Сука, что за хуйня? Ну что ж, я двигаюсь дальше. На барашек камень. Тихо, по-тихому.
за овцами, за барашками. И тихо убираемся дальше. Так, ну вот, все, да? Именно. Вроде бы уже все. Так. Так, сняли ракеты. Так, я думал. Ой, не копся, не копся. Разумею, это сильно, да. Это уже сильно. Так, подтяжки. Нашел почти все, кроме одной. Еще сильные ракеты будут. Что-то подозрительно. Так, все. Дальше, дальше. Бежал. За мной. Так. Нашел ты Вилфред. Нашего кента звали Вилфред. Так, они ворвались и Вилфред мертв. А мы сидим здесь. А вон что. 15 сентября 1916 года. Кровавая битва продолжала бушевать на суше. Всего в ней погибнут 206 тысяч. 206 тысяч британцев, да? Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны, буквально завязший кризис. Но барон фон Дорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь проявить себя. Интересно. Ну все, это уже будет в следующем выпуске. Ставим лайки, не жалеем пару кликов мышкой или пальцем. Так что комментируем, вижу, пошли комментарии на канале. Всем, что не нравится, критикуйте нас, мы критику воспринимаем довольно-таки и обижаемся. Так что до скорой встречи, с вами был Срок. Еще много.